сегодня с вами собрались вспомнить, какие беды над головами нашего народа в период Второй мировой войны были пришли. В начале войны более 60 тысяч наших юношей и девушек были призваны в армию для борьбы с фашистами. Из них 36 тысяч в Великой Отечественной войне погибли. Среди тех людей, которые воевали с фашистами, вам сказали, да, здесь герои, и очень многие наши люди были награждены орденами, медалями Отечественной войны.